На календаре 18 февраля. 18 февраля 1913 года в Самаре вплотную занялись решением квартирного вопроса для военнослужащих. Дело в том, что стоимость аренды жилья в губернской столице в то время была довольно высокой. Чтобы сделать жилье доступным, необходимо было перевести город в первый разряд по так называемому квартирному окладу. Для этого специальная комиссия начала проверку жилищного фонда Самары. 105 лет назад, 18 февраля 1919 года, был издан декрет в ЦИК об организации Межведомственной комиссии по охране железных дорог. Этот декрет можно назвать первым документом, принятым на пути создания системы охраны железнодорожного транспорта. Со временем эта служба была сформирована в крепкую федеральную структуру. Таким образом, в нашей стране в этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники транспортной полиции. А еще сегодня день батарейки. В народном календаре сегодня Агафья Коровница, она же Голодуха. Агафью наши предки почитали еще и как заступницу от пожаров. В день ее памяти освещали хлеб, который хранили в доме как надежное средство от красного петуха. В случае пожара этот хлеб нужно было бросить либо в огонь, либо наоборот в чистое поле, в сторону от избы. Этими другими интересными событиями и фактами был ознаменован 18-й день февраля в истории. Всего вам самого наилучшего!